В России стартовала президентская кампания. В Кировске, как и по всей стране, идет сбор подписей в поддержку кандидатов. Для участия в этой процедуре требуется только паспорт. Заполнять подписные листы гражданам необходимо собственноручно. Указать дату, фамилия, имя, отчество. На одном из пунктов сбора подписей побывала съемочная группа «Народного». В супермаркете «Юбилейный» предпраздничная суета. Время обеденное, горожане уже занимаются покупками к новогоднему столу. Приятные семейные хлопоты. А кроме подготовки к Новому году, в стране началась и подготовка к выборам президента Российской Федерации. И это касается каждого из нас. Выборы президента – это очень важно. Должны все к этому отнестись с серьезностью. Я вот хочу сказать, очень многие сваливают на то, что времени нет. Было бы желание. Когда человек хочет, он находит возможность. Вот я, например, сейчас по дороге на обед, я заскочил, оставил свою подпись. Призываю всех также поступить, потому что впереди наше будущее, будущее России. Пикеты по сбору подписей в поддержку кандидатов работают по всей России. Кировчане тоже включились. Находят минутку, чтобы внести свой вклад в будущее страны. Люди проявляют достаточно активную гражданскую позицию. Мы работаем каждый день с 12 до 20 часов. Даже бывает выстраиваются очереди. Хочется поблагодарить жителей города за активную гражданскую позицию. Горожане готовы отдать свои голоса за стабильность, процветание и достоинство. Выполняются социальные программы, безопасность страны. Мы рады, что мы живем в этой стране и у нас такой президент. Обязательно пойду на выборы и что и всем советую. Выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Граждане страны изберут главу государства на ближайшие 6 лет. Нововведение выборов 2024 – это дистанционное электронное голосование. Оно будет действовать наряду с обычной процедурой и станет доступным в 29 регионах России, включая Мурманскую область.